Энергетики восстановили нормальный режим работы ТЭЦ-5. Накануне сбои в работе на теплоэлектроцентрале привели к снижению градуса обогрева жилых домов и социальных объектов в нескольких округах города. Люди замерзали в своих квартирах. Как сообщают СМИ, школьники сидели на занятиях в шубах и зимних куртках. В компании говорят, сейчас температура на подающем трубопроводе превышает 100 градусов по Цельсию, что соответствует нормам. В ближайшее время потеплеет и у всех потребителей.